Варлам Шаламов является одним из тех писателей, которые посвятили свою жизнь правде и справедливости. Его творчество насквозь пронизано темой лагерной жизни. Шаламов постоянно говорил о том, чего не желали слышать обычные граждане и не хотели отпускать в общество государственные деятели. За это Варлама так ценят в наше время. О нем и поговорим в сегодняшнем видео. Неугодное происхождение. Долгое время отец писателя жил и работал недалеко от Аляски, но сам Шаламов этих мест никогда не видел. Он появился на свет в Вологде, куда по причине перевода отца все и переехали. Там глава семьи служил в церкви, что послужило причиной отказа в обучении в университете самого Варлама. Такое происхождение являлось неугодным в то время. Начало лагерной жизни. Варламу все-таки удалось поступить в МГУ на факультет советского права, когда он получил стаж на заводе. Тогда писатель решил стать сторонником Льва Троцкого, участвовал в подпольной жизни, ходил на антисталинские демонстрации. А первые три года лагерей Шаламов получил за то, что распространял листовки с ленинским письмом к съезду, где тот негативно высказывался в адрес Сталина. Знакомство с известными деятелями культуры. Несмотря на то, что политика стояла для Варлама во главе угла, вторым по важности увлечением для него являлась литература. Поэтому до того, как попасть в лагерь, он примкнул к объединению «Молодой Лев». Этот литературный кружок, созданный Маяковским и его друзьями, славился среди тогдашних творческих студентов. Шаламов быстро познакомился с мэтром футуризма и другим не менее известным поэтом Борисом Пастернаком. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.